И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Глеб и Наруто, сегодня мы играем в Гаррисмо. Димочек, поздравайся. Всем привет. Как и обещали, карта Лабиринт, вы поставили очень много лайков. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Дима, ты будешь спамнить или я? Так, ну я не знаю. Давай можно... я поспамню сначала фиолетовых челиков, ты готов? Да, готов. Давай, чтобы было по-честному, я буду в рандомных местах спамнить. Вот здесь вот, пошел. Так. Они бегают, да, по лабиринту? Да вообще четко, они знают его наизусть лучше, чем ты. Ох, ребята, сейчас будет офигенно. Да-да-да. Димон, я даже вижу, как один сказал, я иду к Димону Покемону. Ладно, он так не говорил. Димас, быстрее шевелиться, а то сейчас они сюда поприходят. Так. Ай-яй-яй-яй. Блин, а страшно, Димас. Классно. Сейчас они... Димон, он тут. Блин, это класс. Он прямо его зарезал и за мной пошел. Так. Четко. Меняем курс, меняем направление. Блин, это опасно. Кажется, что он за угла сейчас выйдет и убьет меня. Ты можешь бежать от аниматроника и попасть в тупик. Да, это будет, конечно, фейл. Да, вот, допустим, на пиццерии мы когда выживали, то мы могли просто бегать пиццерию, там, убегать. Места было очень много. А здесь тебя могут со всех сторон прессануть. Так. Все отлично. Ребята, если вы хотите, чтобы следующую серию мы записали «Аниматроники пугают охранника», ставьте лайк. А в комментариях можете написать, какую часть карты взять. Я вообще хочу FNAF 4. Не, я что-то бегаю, и ни одного аниматроника не могу. Может, они тебя уже убивают, ну, не хотят тебя убивать? Не хотят, да, меня убивать? Может, есть какие-то места, где они застреют? Нет. Бегают, да, все? Кажется, Димас, они просто очень медленные. Да, Анда, я полечу, посмотрю, может, застряли где-то мужики? А давай я тоже взлечу просто. Лабиринт просто громадный. Нет, Димас, громадный. Они все за мной бегут, они все за мной. А вот застряли здесь, я вижу, и ходят. Блин, они очень жесткие. А, Димас! Блин. Димас, ты Бенди? Да. Блин, Димон, ты специально меня спросил, чтоб я проиграл. Я просто вижу, Димас, что сзади тебя аниматроники, спереди, и ты Бенди. Это жесть. Кто нас выиграл, получается? Наруто. Так, ну что? Давай добавим еще. Еще и начнем, да? Да. Сейчас добавлю. Знаешь, кого добавлю? А кого можно добавить? Пурпурных человечков надо добавить определенно. Сейчас. О, спрингтрапов можно добавить. Я тоже их, Димон, добавляю. Видишь, я уже их добавляю. Блин, они не бегают здесь, они жирные, они, Димон. Они везде, они застряют, да. Они толстые такие. Вот кабаны, ладно, они с этой части не хотят. О, есть идея. Что, какая? Офигенная идея, Димон. Тебе понравится. Ты хочешь обычных NPC поставить с ножичками? Не. Плюш-трапов поставить. Да, а их много, они классно будут бегать, кусать всех. И они не застряют. Да, они вообще четко бегают, идеально. Вот Чику можно удалить, она застреет только. Два мы ее грохнем. Сейчас мы, ребята, все сделаем, будет по красоте. Так, Бонька, ты что тут? Тоже застрял, друг. А когда они даже застрют, даже прикольно. Там, знаешь, типа идешь, а там впереди застрял аниматроник. Ой, подлагай. Все, больше не буду ставить, меня Димон подлагивает. Все, можно начинать. Давай. Вот это мы их там нафигачили. Я готов. Давай, а то они уже бегут сюда, надо расходиться. Давай, Спанч Боб, иди, веди меня в верную дорогу, показывай. Только не спеши. Идем. Я боюсь то, что я сейчас умру самый первый. Следующую волну мы сделаем марионеток невидимых, это будет жестко. Так. Хардкор. Сейчас это для этот... Было новичок, теперь нормал. Сзади кусает меня за жопу кто-то, Димон. Я слышу звуки. О, Фредди пошел за тобой. Я испугался, реально. Тимон, выживай, я верю в тебя. Ой, я чувака встретил. Да куда ты идешь, тут тупик. Я вижу, Димон, тебя, я вижу, как Димон выживает. Ребята, давайте посмотрим. Так, бежит, Димон, бежит. Я укусил один раз штрапик. Я вижу. Я живой. Там никого нет, куда ты бежишь как раз. Я-то тебя знаю, знаю. Не, никого нет. Димас. Никого, все, тупик, кусай, выиграй штраф, давай. Прощай, Димон. Есть, красота. Зажала тебя, видишь? Побегу дальше, не получилось. Что-то подлагивает у меня. Подаля чуть-чуть. Друг в друге застреют они и начинают FPS падать, понял?
Димон, давай я их застопорю сейчас. Давай, идем на другой конец. Давай, делай их невидимых. Димон, а ты, от тех аниматроников ты всех удалил? А, давай карту очищу, хорошо, давай. Давай. Это будет хардкор у нас. Да. У нас будет сейчас элитная, короче, это... такая волна, понятно? Все, так. Это, беру материал. Это будет, ребята, сейчас очень сильно. Все, Димон, больше надеюсь, не надо, понравится. Не надо больше? Не надо. Да, а ты же их удаляешь, а мне думаю, это что их так мало? Ну ты что такое, ставлю, их мало и мало. Ну что, ребята, давайте летим тогда. Давайте к башне все, с башни начнем. Я думаю, будет самое прикольное, эпично. Если мы сейчас ближе начнем, они нас просто так расфигачат. Ну что, Дима, давай. Так, они невидимые и очень быстрые. Все, Димон, у меня уже скример появился даже чуть-чуть иногда. Да, тоже вижу. Так, блин, а что я застрял? Так, я бегу наверх, пока мне что. Они сюда придут, Димон. Они же... Скример, значит, она сейчас сюда придет. Димон, она когда будет сюда идти, я прыгну. Ты увидишь тень, скажешь мне или нет? Да я сыкую. Так, а мы не знаем. Я знаю. Я увижу ее, сейчас тень там будет, полюбасу. Как мы увидим, они невидимые. А тень будет. А, ну, может быть. Сейчас, ребята, они как жуки сейчас приползут сюда, быстро очень. Поэтому надо быть очень внимательным. Это даже прикольно. Я спрыгну с башни, буду бежать со всей силы. Димон, бегут, спрыгивай! Бегут! Где? Я обманул, я думал, ты прыгнешь. Вот, блин, ты не повелся, а прикольно. Ладно. А может, они сюда залезть не могут? Могут. Димас, они идут! Я упал случайно, блин! Они идут, Димас! Я наверх лечу, чтобы это посмотреть. Где? Вот. Вижу. А чё я... Димас, я умер. Я прыгаю! Димон, я бегу в лабиринте. Я бегу. Ребята, я смогу выжить. Да как так быстро? Я хочу еще раз, Димон. Давай еще раз. Да, давай еще раз. Я на островке с водой тебя жду. На островке с водой, я вижу тебя. Так, тут просто безопасно, мне кажется, они сюда не придут. Нет, иди сюда. Я боюсь, Димон, их уже, они очень жесткие. Давай. Сейчас здесь прыгнем. Жопу остужу, хорошо. Давай, все, прыгаем. Раз, два, давай, Димон, беги. Все, беги, Димон, беги. Что тут лабиринт какой-то странный? Димон, я спрыгнул. Димас, это самый худший лабиринт, который я увидел тут. Согласись, они очень быстро к башне пришли. Очень быстро. Прям нашли вход, все, там четко. Так что, я не знаю, долго мы протянем или нет, ребята, но мы выживаем. А я бегу по лабиринту, выживаю. Я сейчас не буду останавливаться, потому что если я сейчас остановлюсь... Заскрамнилась на меня. Прощайте, друзья, я выжил. А, железный челебиздрик, тут тупик, блин, жесть, говно. Я жить хочу. Я тоже. Она на меня агрится. Прощай! Сзади чувак умер! Тупик! Ты живой! Димон, я взял оружие, я их иду отстреливать. А, теперь зачистка? Да, а я их не видел, их тень даже не видно. Как их убить? А просто стрелять надо. Давай, идите сюда, мужики и девчонки. Просто, Димон, встань в проход и стреляй. Все, давай, ждем их. Ребята, отстрел идет. Ждем. Когда, Димон, увидишь кого-то, скажешь... А, я упал! Димон, помогай мне! Я сам... Я буду в тупике и стрелять, смотри. Это самый лучший вариант. А, на меня никто не агрится, я живой. Убил марионеток, убиваю их. А где ты? Во, стреляю. Оставь мне одну штуку, хоть инвалидку одну. Меня все это убили. Замочили? А, вот это взрыв. Ну чё, идите сюда. А, тут можно поднять. Да я ж стрелял, да как? Hasta la vista, baby. Ого. И чё, мы живые? Знаешь, Димас, как можно убить всех? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.